И здрасте. День второй поисков. Приехали еще на одно урочище. Сейчас покажу. Красивое здесь место очень. Будем здесь исследовать. Вчера нам ничего толком не дали. Я уже говорил. Не дало, да. Буквально несколько монет и все. Что здесь будет, одному Богу известно. Сейчас посмотрим. Сейчас покажу красотень. Фокус найдется. Нашелся. Короче, вот здесь оно где-то стояло. Там чернозем прям. Ехали сейчас по этой тропе. Прям чернозем видно. Частично, видимо, там оно и было. Ну, где-то, короче, здесь оно. На границе вот этого леса. Сейчас полазим, посмотрим. Он, Люба, отошла вот в те кустики. Я пошел туда вот сейчас, где муравейник стоит. Там тишина. А у нее вот такое чудо выскочило колечко. Витое, старенькое. Значит, туда надо идти. Такая здесь красота. Елочки. Чернина! Море! Просто пороговый тон не включается, он постоянно заглушен. Ну, короче, чернина тьма. Первый монетный сигнал. Пятнашка в квадрате. Вот непонятно. Не за этим мы сюда ехали, вы не за этим. Ветер жуткий, прям сносит. Молодец, ищет. Я сейчас с этим, как он, с эквиноксом хожу. Жупиноксом. С жупиноксом. Димыч ругается на него, говорит, шумный. Я говорю, я не знаю. Нет, он бывает, что он молчит, а потом что-то не смеет, он такой раздавать. Он наводится. Короче, находочка у меня здесь в песочке. Наконец-то империя вылетела. Нечасто. Я вам проверял. Копейка серебром. Нет еще. Ой, я извиняюсь. Я чувствую, что-то не то. О, дождик пошел. Пошел. О, кармашек такой прикольный у тебя. Ну да. Ладно. Если что-то будет, включусь. Смотрите, какие живописные места. Места вообще офигительные. Спустились сейчас. Вот там вот это урочище. Там железа больше ничего нет. Находочка внизу. А ну-ка покажите. О. Ух ты, ё-моё. Лапа вообще. Охренеть. То есть и вот она, ее четко, вот она пошла. Вот тебе сохран. Вот дорога, да, она идет? Да, да, я да, думаю, да. Вот она идет. Кстати, сохранщик какой. И они там, вообще вот не это... часто попадаются, в принципе. Сохранен, да. Ну вот, ну она реальная дорога. Ты, видно сверху. Ты знаешь, я бы еще, наверное, ты знаешь, она вот вроде бы не отсюда шла, а вон оттуда, видишь, за соснами такой. Может быть. Полукруг. Она могла машину закрыть, еще. Что ли? Закрой. Ладно. Так и бродим здесь по низине. Короче, здесь дорога была. Смотрите, какая елка, кстати говоря, хотел снять. Вот сейчас вам покажу. Классная. Но болеет. Ветки. Спасибо. Ветки нижние. Угу. Димки вот. Перстачок целенький. Без камушка. Без камушка. Камушки. Камушек потерян. Вот такое. Опачки. Хлоп. Фига как в этого превратился. В кого-нибудь. Чудовище. В Хадабыче, да? Чудовище.
Ассистент, нормально. Твой размерчик. Вот, ну, и спасибо. Вот и ходи. Сейчас вот туда сходим. Короче, ходим здесь сейчас по склону. Интересно, выскочила деньга. Шикарная. Вот это грунт. Тебе не чета полевым. Смотрите. Охренеть. Ой. Ух ты, какая лапушка. Офигенная. Ну, короче, так и лазим по склону. Вот. Здесь, конечно, комфортно, если бы не эти дожди. Короче, выскочил вот такой чудесный пресс. Скажу поближе. Да, вообще такой с узорчиками. Смотрите, какая штучка. Еще обломок креста, но, к сожалению. Да, здесь сохран, конечно, офигительный. Смотрите, какой сохран. Но не целый. Да. Туда еще хочу потом сходить, вот тут лесок. Третье мая, если что, а? На дворе. Град такой прикольный. Смотрите. Шедевр. Мою. А вот после града какая красота вылезла. Вот здесь оно и было, вот это урочище. Ну, здесь металл в основном, то есть помойка. Хожено здесь здорово, а по окрестностям не хожено вообще яблок. Ну, видимо, тоже гуляют по урочищу, уезжают потом. Обалдеть. Где она, если что, ниже ее? Кто? Вон она. Вот. Вон. Вот. Вон, прямо посмотри. Вот прелесть. Обалденно. Ладно, это мы сейчас переехали. Еще на одно место. А ты можешь вот? Могу. Ну сейчас. Там видишь, какая разбитая. Сейчас посмотрим. Итак, вон я сейчас залез на горку. Вон на горе церковь. Сейчас мы туда подойдем, я вам ее покажу. Вот. 8-го года. Тихоновская икона Божьей Матери. Да? Находочка у меня. Вот такая. 1748 год. Чего там? Залез к ней. Да, разрушенная, к сожалению. Некоторые могилы. С цветочками приезжают, ухаживают. Захоронен в 1938 году. Сейчас подойдем, посмотрим, что там. Да, ухаживают. Димыч, блин, ты меня напугал. А сколько кто-то ломится из кустов, я думаю, кабан что какой. Да, смотрите, свежие. Какой год? 59-й. Все, конечно, развалилось. Сейчас зайдем внутрь. Какой-то старый надгробие, что ли? Или что-то такое. Ого. Вот так все это выглядит. Крест. Деревяшки могут по башке пролететь.
О, иконка. Еще одна. Прикольно. А, и там вот крест, кучка икон. Куча. О! Крестики с ходячкой, иконки. Классно. Наверное, здесь и находили где-то. Вот так вот все это выглядит, к сожалению, печально. Ладно, пойдем. Ложка, что ли? Ага. Уже деревья выросли. Короче, вот так все это печально и грустно. Такие пейзажи сейчас. Прошел опять сильный град, и солнце встало. Хожу здесь в окрестности церкви. Екатерина, судя по всему, Елизавета. Воды нет, потом помою. Все куда-то разбежались, хрен кого есть. Иду к машине по дороге, вон там церковь на горе. Что, куда все подевались, я вообще понять не могу. О, верстачок. Вчера у Любки был с буковкой Н, сегодня у меня с буковкой И. Судя по всему, целенький. Забираем. Итак, прибыли домой. Сегодня походили несколько часов буквально. Вот, ну вот второй урочище, конечно, понравилось, вот это с церковью, да, Ольгина оно, Олино. Классное место, обязательно туда еще вернемся. В принципе, как разведка, она, я считаю, что удалась. Сейчас покажу находочки. Короче, отчетик. Копейка, я думаю, что она отойдет. Коняшка вообще идеально читается. Серебро 849, деньга 1, 39 в шикарном сохране, 2 48, Александровская денежка, хренительная, пряслица, ну вот три кольца, вот это вот обалденное, ложно-витое, да? Ну, вроде да. Вроде как называется, ну и крест сломатый. Для разведки нескольких часов, в принципе, неплохо. Все, спасибо за внимание, всем пока.